Друзья, всем привет! Сегодня с вами, как обычно, Виктор, конечно же, и мы поиграем в игру Five Nights at Freddy's 4. The Final Chapter она называется. Последний Five Nights at Freddy's. Ну, я думаю, он будет еще, но давайте начнем. Совершенно изменилась у нас сама игра. 5 дней до вечеринки. Действия игры перенеслись к нам домой, и это очень прикольно. Что он делал это время? Он закрыл тебя в твоей комнате опять. Не пугайся, я здесь с тобой. Так, мы какой-то человечек. Все, я прошел Five Nights at Freddy's. Я играю человечком. Опа-на, это мои друзья. Так, посмотрите, он сидит на кровати и смотрит на меня. Это кровать же? Так, окно, стекло. А что сделать-то надо? А, ну да, точно, я вспомнил. Кровать. Стоп, что? Что не так? Какую кнопку нажать, чтобы пройти этот уровень? Может быть, надо пойти нажать на шкаф? У меня все по-другому раньше было, если честно. Ну же, Фредди, не смотри на меня так. Может быть, мне надо стучать дальше? А! Блин, я упал и заплакал. Ну хорошо. Вот так вот непонятным образом начинается игра. Сейчас кто-нибудь найдет скрытый смысл, я уверен. Завтра другой день. Гениально. Первая ночь. Как обычно, нам нужно продержаться с полночи до 6 утра. Твою мать. Я самая страшная Google баба в мире. Крышечка. Я забыл про это уже. Да, я настроил немного это. Ребят, запись идет на стриме. Я настроил донат, что он кричит, как бешеная баба. И я очень сильно пугаюсь. Что тут? Так, нажать Ctrl, это фонарик. Да, я немножко поиграл, я тут прошел первую ночь, но для вас специально перепрохожу ее заново. В общем, смотрите, осторожно, нужно слушать, когда подбегаем к двери. Если мы слышим дыхание, то нужно закрыть дверь. Вот так вот, шифтом. А если мы ничего не слышим, то надо посветить фонариком. Вот, у нас 3 двери, как обычно. Никого. Мишка, привет. Так, ну, собственно, вот. Вот оно все. И наша задача ходить по дверям, наверное, и слушать, я так понимаю, да? Что-то там происходит вдалеке. Но очень тихо все. Очень тихая игра, между прочим. У меня максимальные настройки громкости в этой игре. Она реально очень тихая почему-то. Уже 2 часа дня. Ой, ночи, извиняюсь. Мишку тоже надо проверять, там периодически какие-то зомбоящеры вылупляются из него. Как видите, никаких камер, ничего, чисто фонарик. И шкафы. Вот этот шкаф средний меня вообще беспокоит, на самом деле. Что там из него выскочить-то может? Он же, я так понимаю, это шкаф. Шкаф, который, типа, там шмотки живут. И почему его нельзя сразу закрыть? Там кто-то что-то то ли говорит, то ли что.
Нормально еще. 3 часа утра уже. Там кто-то был! Стоп, там медведь был. Нет, стоп, это заяц был. Он шел к нам, он хотел нас убить. Ой, налево. Опа-на! Видели, видели галюны? В шкафу, говорят, Фокси редко появляется. Ой-ой-ой, назад. Пока никого. Кто-то на кухне там шурудит, слышите? Так, опять заговняки появились. Витя, кровать, кто-то кричит. Пусто. Может быть, здесь только заяц будет? Странно, один раз он появился и все. Блин, и здесь никого нету. Что ж такое-то? Ну, напугайте меня. Сейчас как выскочит какая-нибудь хрень. Оба-на! Там эта чика была, по ходу дела, желтая что-то, видели? Блин, вот так вот из двери высовываться, это, конечно, надо быть очень смелым. Блин! Витя, ты что-то расслабился, а ну напрягись, крышечка, крышечка, крышечка. Сука, я думал, уже скример полетел какой-то у меня. Я опять все забыл. Жесть, вы же так нельзя пугать-то. Какого хрена он там стоял? Я не слышал дыхания вообще. Не расслабляться. Паразиты. Жесть какая. Говорят, слушай дыхание. Я подошел и слушал, там не было дыхания. Что за фигня? Что, погромче сделать, наверное, надо, да? Лучше бы на ночной стрим замутил. Тх, думаете, я сейчас прям пройду эту игру? Ха-ха, еще успеем. Ну давайте попробуем еще разок. Я чуть погромче себе сделал. Но игра реально очень тихая. Я не знаю, зачем такое тихо ее делать. Я не слышу никакого шума. Ну, 100% никакого нету. Вот пищалка громкая. Пищалка в игре громкая. Это, видимо, в игре единственное, что громкое сделали. Все остальное.
Так. Главное, говорить-то невозможно. Если сам говоришь, сам для себя заглушаешь все, что происходит вокруг. И сразу беда наступает. В этом шкафу, я думаю, в эту ночь никого не будет. Не забывай нос Фредди. И что, на него постоянно жать надо, что ли? Я такого не слышал. Пиу-пиу. Шкаф тоже, говорят, проверяй. Ёлки-палки. Так, а до каких пор надо держать дверь закрытой, я забыл. Если... Я еще ни разу дверь не захлопывал. Слышал, какой-то этот, кто-то топнул где-то. Оба-на! Он хотел меня съесть. Что-то, говорит, туда-сюда бегает, непонятно. Ага-га-га. Дыхания никакого нету. А ты хотел меня опять сожрать, засранец. Там опять кто-то посуду двигает. Это Чика. Чика любит посуду двигать, я точно помню. Я слышал дыхание. Или это было не дыхание, такое вжух. Что теперь делать? Твою налево, уже почти 6. Фух. Фух. Справился. 6 утра. Первая ночь пройдена. Я не понял, это действительно было дыхание? Я реально слышал такой, какой-то какой-то звук был. Очень жесть, 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 жесть. Я чуть не обосрался. Так, ты знаешь, он снова прячется. Кто? Это мои друзья. Так, он не остановится, пока ты его не найдешь.
А, смотрите, дверь открыта. Оба-на, золотой медведь. Здорово. А я не хочу к тебе, ты меня съешь. Что это? Over there. Во. Блин, вон там. Так, это что такое? Холодильник, что ли? А это что это такое? Кого-то размозжило. Может быть, налево? О, телек. Так, мне пишут, что нужно подойти к телевизору. Твою. Завтра новый день. Ну кто ж так пугает? Дикие вы вообще черти, а? Веселье с плюштропом. Эти шумы означают, что кто-то появился, например, мини-Фредики. Что делать-то надо? Ой. И чего? А что делать-то надо? Ребята, я не могу ни шевелиться, ничего. Могу только светить. Могу светить, могу не светить. А мне надо светить или не надо? Я не понимаю. А что делать? Мама, сейчас что-то будет. И тишина. Оба-на, убежал. А ты какой, а? Не поймал. Я понял, нужно было его подманивать. Его нужно было подманивать, и тогда я смог бы пройти. То есть у меня уже хорошей концовки не будет, я так понимаю, да? Так, надо, чтобы он дошел до креста, а потом посветить. Ты пропустишь 2 часа. Ага, понятно. Что это было за звук? Твой налёг, кто-то бегает. Ты смотри, какие там медвежата милые. А кто от меня бегает-то постоянно? Золотой мишка? Бегает. Я прям слышу отчетливо тот шаги. Дыхание. Как долго держать? Кто знает? Там делал. Скажите, пожалуйста, я послушал, никто не дышал. Справа кто-то дышал, вот этот звук такой, что такой захлебывающийся. Я подержал дверь, пошел к этой стороне, послушал, никто не дышит. Ох, блин, катастрофа просто какая-то. Готовься к шкафу с сюрпризом. Ух, ну давайте попробуем еще разок. Ночь номер 2.
Никого. Вот ты как попался, а? Подсветил я его. Шел уже ко мне. И далее какой-то тык-тык-тык-тык-тык. Так. Опа, дышит. Подскажите, пожалуйста, долго ли надо держать дверь? Я просто не в курсах. Или просто можно захлопнуть ее и все. Тихо, я сказал. Кто там в чате? Извиняюсь. На этот донат я не ставил другой звук. Дышит. 4-6 секунд достаточно, мне сказали. Опять никого. Там какой-то звук был. Блин, уже в два раза ко мне подходили. Опасно. Слышал топот какой-то, кто-то пробежал. Опять кто-то пробежал, слышали? Вы тоже, наверное, слышите. О, там их двое уже было, нифига себе! Что ж такое? Это тишина. Меня эта тишина уже начинает раздражать. Да почему? Откуда оно там взялось? Звука не было, дыхания. Это я не понимаю момента. Так, если не следить за стороной Чики, то кошмарный кекс нападет. Если справа звук, то это Чика. А звук справа в смысле? Вы мне скажите, почему я сейчас не слышал его дыхание? Я подошел, подождал, послушал, ничего не услышал, посветило, там это рожа. Так, никто не знает почему. Какое-то пищание кто-то пишет, если справа звук, это Чика, пищание.
Не было никакого пищания. Давайте заново попробуем. А вот такой вопрос у меня появился. Тут рубильник есть. Твою налево! Значит, тут страшный звук. У меня мышка начинает дергаться в... просто в конвульсиях каких-то. Тихо, он там. Я услышал звук. Тихо и непонятно такой. Вот ты тут уже сколько эксплодилось-то, а? Тут посуда звенит. Это Чика, значит, она не может около двери быть. Первый раз на моем стриме человек. Ребята, объясните ему, что к чему. Что надо донатить, чтобы я пугался. Зачем я голову наклоняю в ту сторону двери? Тишина. Опа-па, поймал. Что зависло-то? Там-то что-то было, не? Опа, оно там. Опять! Опять там стоит! Мишки, мишки, привет. Так, кто-то идет. По-моему...
Так, попался. Так, дыхание. Так, поймал. Мишки, привет. А это что это такое было? Откуда оно взялось? Твою налево. Что это? Блин, 5 часов, ребята. Почти 6 уже был. Откуда оно взялось? Что это за розовое чудо было? Это вроде не Фокси. Это что-то розовое. Что? Какой розовый у нас есть аниматроник-то? Кексик? А, это кексик. Это скример кекса Карл Кекс. Что, мне повезло, да, просто? Я ж предупреждал, кошмарный кекс. Это он из шкафа на меня напал, или что? Шкаф не смотрел? Да смотрел периодически, я смотрел шкаф. Постоянно смотрел шкаф. А, то есть получается нужно сначала дверь-дверь, шкаф, а потом только Мишку смотреть. Все, договорились. Он, наверное, этот кекс выскакивает, когда я поворачиваюсь к Мишке, скорее всего, только. Фух. Шкаф не проверяй, Фокси появится на третью ночь. Откуда кекс взялся тогда? А, это кекс, который на тарелке носит Чика. То есть меня Чика съела, получается. Знаешь, даже за Чика не следил. Я сходил в правую дверь, сходил в левую дверь. Убил Мишку, повернулся. Все, меня Чика съела уже. А, я держал дверь, помню, но я не посветил туда. Точняк, вот моя ошибка была. Ладно, я думаю, для начала хватит. Нужно будет переварить много информации. Всем спасибо за то, что вы боялись вместе со мной. Оставьте лайки, подписывайтесь, обязательно читайте описание. Там будет ссылочка на плейлист FNAF 4, ну и предыдущих трех FNAF-ов тоже, которые я прошел. Но пока... Хватит на сегодня.